мы благодарны водному агентству, в частности, Марине Валерьевне Селиверстовой, за то, что она уже была на нашей территории несколько раз и всегда нам подсказывает, значит, в каких направлениях нужно двигаться. И что за этот период сделано? Вот, начнем с востока. На Сухане, Великий Устюг, правый берег укрепили, сейчас левый укрепляем. Сейчас уже думаем о научной работе и о будущем дамбе, которая должна защитить Великий Устюг. Спускаемся ниже сюда, значит, Вологда. В Вологде разработана документация берега линии реки Вологды, и дно углубительной работы уже видно и в прошлом году, и в этом. Спускаемся ниже, Кириллов, значит, Горец, это укрепление береговой линии, значит, где Горец, женский монастырь. Череповец, Череповце, значит, ну не в самом Череповце, а Костяевка, значит, Вичелова. Разработан проект, и с этого года начнем уже к реализации берегоукрепления. Мы договорились и с агентством по дно углублению наших водоемов. Значит, сегодня Юрий Александрович поставил вопрос, а нельзя ли сделать берегоукрепление реки Шексны. Конечно, хорошее место – это усадьба Гальских. Значит, элемент культуры, элемент показа, элемент туризма, значит, и элемент причальной стенки, его, конечно, можно сделать и нужно сделать.